Новый русский текст записан на транслите. Ну-ка запретите, сыну руку закрутите. Рэпа-вирус проникает на любой носитель. Воздушно-кабельным путем басоте и элите. На беличок, панельке или в модном монолите. Кореш, я тебе кричу, Печерс бывает дикий. Эпохи сдвиги, первый президент нигер, психи. Кому бизнес никель, кому став от легавых выкинь. Мосты на стыке, это тебе не пальцем в айпад тыкать. Писал на вздохе, прочел на выдох. Фольга Давыдов, глаза видали видов. Слышишь, нига, я тебе загида. Мути круги там, бодяж это скорбина. ВРХ с трубином, мути круги, тусуй, с утра станут знакомые твои же тебе здесь враги, когда отпустят. И люди в курсе, наш рэп стал пропагандой ржавы в брусья. Три подхода по 15, мокрые брусья. В жизни бывает хуже, чем накурила надулся. Йоу, это шестой параграф книги Люцифера. Бог сочинил любовь, дьявол, надежду и веру. Я был глуп, когда думал, что я поступаю мудро. И потерялся внутри района Бермуда. А братики закроют уши и не слышат, как будто кому летели в микрофон все эти буквы. Сел на бровку с травкой в мокрый тротуар, уперся из фольги, накрутил наперсток. Мам, тут все просто, сын еще подросток. Тапки, конверс, кофта лакоста. Парить оптом не было опыта, и тут опытом говорил, пригнись, беркута, куда? Из-за угла за угол очнулся на студии. В двери рубки без стукал, резиновый гондон для живых кукол. Клубный шум, дышу дымом, мерцает лазер. И где я только не был, с кем я только не лазил. Ждали весну под небесным навесом. Малая, прости за любовь, что закончилась сексом. Как же может заморочить жизнь? Иногда хочется разогнаться, вот и белые ночи, жди. Стоим на променаде в тычем. Рэп для меня родился тут, горят глаза. Хочу, чтоб были все друзья. Хочу, чтоб были все друзья. Тут все могло бы быть иначе, но только Бог решает, кто тут для чего предназначен. И полностью мы в Божьей власти, но порой я вижу космос, клавиши и космический бластер. Мама, я плохой сын, надеюсь, ты меня простишь. И будет не столько нервов, сколько пользы. Неохота ползать, хочется летать сразу в небо. Институтов нашего склада нету, ну еще бы. Кто б сосчитал эти проебы, ёба. Мы лишь даем то, чего немного. Когда заерзала в груди, чё-то чё берег для семьи. А теперь так, похвастать повод. Я с 15 подкован, врать прямо в глаза, быть азартным в окружении иголок. Без них быть замкнутым, брать наскоком, залпом. Собирать зал, не дать видеть, как кто плакал, который день уже в хлам. Респект всем дворам тут, от Киева и до Марьина, и легендам. Пусть каждый день будет самым охуенным, пусть весь будет каждое приятно. Мы все будем многократно повторять, что мы все готовы умирать за брата. И хотя бы раз сделаем тут все как надо. Брат, не стой со стадом, я вижу свет напротив в твоих глазах. И ставлю все на тебя тут. Столько кайфов, но и не всеядны. Хочу, чтоб просто без иллюзий кружилась земля, мы больше строили планов, были нормальными. От пеленального стола до гробовой доски времени тратили лишь на поиски одного средства от тоски. Были близки, не знали деньги и по-детски не считали время на часах. Плюс я тут пропал в разрывных басах, минусах, кто-то в косинусах и синусах. И жизни не просил у Бога, тут было все как ни крути. А если не все, то было много. Я роботов против, бро, как 100 лет назад. Жизнь как кино, светлая сторона солнца. В этом куплете одна пятитысячная того, что я хотел сказать. Сейчас шутка покоцан, там кто был со мной. Ахимас и Фил пришел на студию, запил, раскусил каждого пидораса, что включает запись ради филок. Кто сдал своих, кто пустых бутылок. 15 дома, найдя, подняв из комы тяжелый взгляд, я здесь уже нашел знакомых. Хочу, чтоб были все друзья. Я хочу, чтобы были все друзья.